오늘은 어디 갑니까? 여샤. 러시아. 어디 어디? 여샤. 여샤. 여샤 가서 뭐 할 거야? 놀 거야. 놀 거야. 그렇지. 하이파이. В Россию приедешь, будешь танцевать там для бабушек? Для тетушек, для бабушек, да? Им понравится. Анджелина, чем чулько, а? Котеночек переживает. Я ей сказала, что она папу долго не увидит, и она переживает прям... Очень ей грустно, что она папу долго не увидит. Котеночек, вот такой. Зато там бабушка есть. Ой, бабушка тебя любит. Затискает. Ой, настроение на высоте. Друзья, всем привет! С вами Ольга, рада всех вас видеть снова. Я надеюсь, вы скучали по нам. Мы по вам точно скучали. Сегодня открывается серия видео о России. Пока я даже не знаю, сколько частей получится и в каком формате лучше монтировать. Наверное, как обычно, видео будут выходить без какого-либо сюжета, просто в виде влогов. Вырезать тоже буду по минимуму. Я провела опрос в Инстаграме сегодня, и абсолютно все вы единодушно проголосовали за правду, пусть и не всегда лицеприятную. Сразу скажу, первая неделя дала нам массу негативных впечатлений, это был просто культурный шок. София даже собиралась все бросить и вернуться домой. 한국에서 그렇게 살다가 여기 오면 진짜 다 달라, 진짜 너무 달라, 똑같은 게 한 개도 없어, 진짜로. Но уже на третьей неделе, особенно перед самым отъездом, все воспринималось совсем по-другому. Было даже жаль уезжать, и мы привыкли, мы прониклись, как говорится. В общем, не судите строго, это лишь наше субъективное мнение. Я в России не была уже более 5 лет, и поэтому на все смотрела как турист. София была в России еще ребенком, и у нее остались лишь приятные впечатления, воспоминания. Она летела как в какую-то сказку, а попала в реальность, которая в этот раз в силу возраста воспринималась ею совсем по-другому. Ангелина же вообще ничего не поняла, она за любую движуху у нас, ей все и везде всегда нравится, опять же в силу возраста. Ну что, готовы? Поехали! Сегодня у нас аэропорт и перелет. Сегодня мы вылетаем из нового терминала аэропорта Инчон. Его открыли к Олимпиаде. Так как старый терминал хоть и являлся самым лучшим аэропортом в мире на протяжении многих лет, но он уже не справлялся с огромным потоком пассажиров. Первые наши впечатления от нового терминала – ничего нового. Он такой же практически, как и старый. Никакого пафоса, никакой роскоши, свойственный корейцам просто сдержанный стиль, но максимальная функциональность и комфорт. В общем, все как везде в Корее. Очень много света и воздуха, стерильная чистота, самые современные дизайны и технологии. Много зеленых ландшафтных каких-то зон. То, что это аэропорт будущего, станет нам понятно совсем скоро, когда будет возможность сравнить его с московским аэропортом. Но все по порядку. Дети играются с роботами. Это такой обслуживающий персонал. Несмотря на то, что мы находимся на третьем этаже, смотрите, здесь ходят автобусы, невероятно, как это так может быть? И на втором этаже, и на первом, и на третьем автобусы ходят. Если вам что-то непонятно, подходите, спрашивайте. Если вам лень искать что-то, просто подходите, спрашивайте работника, который сидит на каждом метре. И он объясняет, куда вам пройти, что вам делать, как жить, как жить. Какие-то компьютеры, кому-то удобнее пользоваться компьютерами. К
왜? Очереди нет. Все делает компьютер, но для таких тормозов, как мы, которые летают раз в десятилетку, очень сложно соображать. Поэтому стоят работники, которые помогают разобраться с компьютером. А на самом деле все это сейчас автоматизировано. Очень хорошо, что есть работники. Видите, как все выглядит? Ужас, ужас. Сумку до 12 килограмм можно брать вручную кладь. Ангелинин чемодан весит 8 килограмм, поэтому мы его возьмем вручную кладь. Вот. Тормозит, видите как? Нужно нажимать вот сюда. Это тормоз. Да? Вау! Вот Тинтини! Мы уже в зоне duty free. Идем уже долго-долго. Она тоже огромная какая-то. Аж 253, а нам нужно 267 выход. Мы уже идем хреново кучу времени. И все. Так, табако. Нам нужно еще женьшеневый чай купить. София! Он сам ти йоги иссо. Не успеваю фоткать красотеньку, так как мы постоянно движемся по вот этим дорожкам. А тут столько красотеньки вокруг. Столько красоты. Раскрашку не купили. София! Ад выглядит именно так. Самолеты. Лучше смотреть на магазины. Лучше отвлекать себя всеми возможными способами. И не смотреть на взлетную полосу. Она со всех сторон, и с этой стороны, и с той стороны. Куда ни посмотри, везде взлетная полоса. Будь она неладна. Вот стоят ужастики. Божечки мои. Сейчас мы пойдем вот по этому трапу. Вон наш самолет. Амбусова, Анджелина? Амбусова? Не боишься? Нет? Котенок, как я тебе завидую. Слетаем. О боже. Мы еще не взлетели, еще взлетаем. Некоторые личности уже спят. Такую раскраску дали. Покажи. Пороро. Ладно. Ангелинка вообще меня поражает. Ее не видно, не слышно вообще. Она как села, так и сидит. Уже сколько? Осталось 3 часа, мы уже летим, наверное. Сколько? 6 часов. 5 с лишним часов летим. Она как села, так и сидит. Самый тихий пассажир, которого только можно в самолете увидеть, наверное. Ура! Мы в России! Погода немножко, по-моему, пасмурная, солнышка нет. Это аэропорт, по-моему, Шереметьево. Надеюсь, сейчас быстро пройдем контроль, потому что самолет вот наш, когда приземлился, мы очень долго ждали. Видно, не было рукава свободного. Минут 20, наверное, простояли просто на полосе. Так. Куда идти? Не знаю.
그래서 Вот почему бы у вокзала не сделать скамейки? Ну, зачем я это спрашиваю? Господи. Очень накурено. Прям вроде улица, а как в помещении накуренном такие вот запахи. Отвыкли. Прям такая ностальгия. Ассортимент не менялся 30 лет.